Представители Россельхознадзора прошлись по магазинам на Радуге с проверкой и попали прямо в яблочко. Снаружи зазывающая вывеска «Свежее мясо». Внутри куски без всяких признаков качества, на них даже маркировки нет. Поэтому откуда продукт сюда приехал, непонятно. И главное, неясно когда. Смотрим, градусник у нас первый есть, чтобы мы знали, какая температура, при какой температуре хранится данный вид продукции. Да? Смотрим на фарш. Вы видите его, то есть ни маркировки, ничего нету. Информации для потребителей. Мы не знаем, что это, из чего, когда он произведен. То же самое и мясо. Чье оно, какого животного, что, вообще ничего. Постоянные покупатели нарушений не замечают. Тут же им нарезают мясо неизвестного срока годности и происхождения прямо в целлофане. И потом этими же руками отдают сдачу. Они тут тоже свернут, а внутри потом не очень. Ребрышки вроде неплохие покупают. Следующий прилавок и снова нарушение. Расчленять тушу на кусочки по правилам нужно не в магазине, а на ферме. Продавец мясного отдела в магазине «Яблочко» свою вину признала. Не всегда соблюдает правила, но люди не жаловались. Покупатели почему ходят? Потому что это все можно посмотреть, повернуть, покрутить, понюхать, на зуб попробовать, можно так сказать. И поэтому покупатели у нас ходят довольны всегда. Специалисты говорят, если вы покупаете мясо без указания производителя и срока годности, имеете дело с котом в мешке. Вы подошли к витрине, смотрите, перед вами продукция. То есть вы визуально видите, какой она категории свежести и все прочее. Если у вас возникли сомнения, вы вправе потребовать у продавца документы на данную продукцию, которые бы подтвердили качество и безопасность. Продавец Жанна Грибовская звонит хозяину отдела, но тот не спешит на встречу с гостями из Россельхознадзора. Однако чиновники уверяют, предприниматель все равно ответит по закону. За найденные нарушения выплатит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Ольга Дурных, Анжела Паутова, Константин Червяков. Новости моего города.